огромный парфюмерный привет! Вы на канале Шарм, ну а я Дед Мороз. И сегодня у нас большой день. Мы хотим представить вашему вниманию наши первые ароматы. В Москве наконец-то выпал первый снег, и я смог пробраться сюда на своих санях. И еще одна хорошая новость. В Инстаграме будут объявлены итоги викторины, а победители получат наш парфюм. Так что не переключайте канал. Первый аромат нашей коллекции называется манго. Манго – чистый изумруд. Данный аромат переносит нас на берег теплого моря, когда день сменяется вечером. Яркое солнце играет в лазурных волнах, а облака создают причудливые вензеля. Легкий бриз приносит аромат сочного манго, ананаса, грейпфрута и моря. Данный парфюм принадлежит к цитрусово-фруктовой группе и обладает свежим ароматом с древесными нюансами. Следующий аромат в нашей коллекции называется цитрус. С ним вы попадете в цитрусовый вихрь из бергамота, лайма, лимона и апельсина. Он придется по душе тем, кто хочет ощущать на себе цитрус от заката до рассвета. Обычно мы привыкли, что цитрусовые ноты – это всегда только начало аромата. Здесь они будут с вами до конца. Естественно, как видно из названия, парфюм принадлежит к цитрусовой группе и обладает свежим, теплым, терпким и немного горьковатым ароматом. Попса. Попса – это карнавал тропических фруктов, таких как маракуйя, манго, ананас, киви, банан. Он переносит нас в беззаботный летний день, когда можно расслабиться и насладиться моментом. Принадлежит фруктовой группе и обладает ярким, элегантным, сладким, но не приторным ароматом. Интересно наблюдать, как индивидуальные особенности человека по-разному раскрывают этот парфюм. На ком-то ярче ноты банана, на ком-то маракуйи. Так что, кому он достанется, напишите потом, что вы чувствуете. Крейзи. Крейзи – это фруктовый ягодный цветочный пунш для смелых людей, которые не боятся экспериментировать. Свежий бурлящий аромат зарядит вас энергией и позитивом на целый день. Сложно определить, что в нем выходит на первый план. Там и ягоды, и мандарины, и прованские травы. Принадлежит он сразу к трем группам. Это цитрусовый, фруктовый и цветочный. Имеет свежий, яркий, запоминающийся аромат. New Year. Это лимитированный аромат в нашей коллекции. Задумывался больше года назад. Он переносит нас в российский Новый год. Когда на столе уже открыто шампанское, лежат мандарины, а рядом подмигивает разноцветными огоньками наряженная елка. Принадлежит он к восточно-древесной группе, и мы надеемся, поможет воссоздать настроение Нового года. Ананас. Несложно догадаться, что солирует в данном парфюме. Вдыхая его, сразу переносишься на берег Карибского моря. Слышишь латиноамериканскую музыку и пьешь пиноколаду в гамаке между пальмами. И понимаешь, вот оно, райское наслаждение. Парфюм относится к фруктовой группе и обладает легким, свежим, пьянящим ароматом. Летняя ночь. Прекрасный цветочный аромат, который вас перенесет в сказочную, теплую июльскую ночь. Вы сидите в деревянной беседке, окруженной фруктовыми деревьями. Любуетесь звездным небом, слышите кузнечиков и чувствуете аромат цветов, персика, малины и высокой травы. Ночь завораживает и вдохновляет. Данный парфюм относится к цветочно-фруктовой группе, и это аромат отдыха, любви и творческого вдохновения. Spicy Girl. Вот она, вишенка на торте, мой фаворит. Утонченный цветочно-восточный парфюм, который носила красавица и умница Шахерезада, когда рассказывала свои сказки. Аромат насыщенный, пряный, жгучий, в котором цветы и специи соткали уникальный восточный узор. Это еще одна лимиточка в нашей коллекции. И кому она достанется, от вас я буду очень ждать отзывов. Вот такой получилась наша первая коллекция. От победителей очень ждем отзывов. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И до новых встреч!